Привет, друзья, на связи Smart Plus. Вот поистине один из вариантов народного ПК. Почему? Потому что стоит он менее $500, если точнее 488. На чем я экономил и как собирал, сейчас расскажу. Но сразу предупреждаю, экономия умеренная, так как в этом видео мы соберем ПК, на котором можно будет играть абсолютно во все игры на средне-высоких настройках. А еще хотелось бы, чтобы он банально был шустрый, надежный и апгрейдился в будущем. Для наглядности я буду добавлять цены на комплектуху вот так. В общем, смотрим, как это было. Первое, что я сделал, выбрал видяшку и пошел за экономией на AliExpress. Нашел вот такой вариант RX 580 от китайской фирмы MaxSun. MaxSun Big Mac. Что сказать, новая видяха за $149, да еще и 8 гигабайт. Супер, подумал я, и как же не заказать для пробы. Там китайцы еще и гарантию походу дают, не стыкался еще с этим. Но всяко лучше, чем без ничего. Пришла видяшка очень хорошо упакована, все действительно надежно для дальней дороги. Три толстые медные трубки, два вентилятора, металлический бэкплейт, все выходы на месте. Тяжеленькая, в общем, внушает доверие. Но дьявол кроется в деталях. Это версия SP. 2048 SP. Что это значит? А то, что на наших рынках такие варианты не распространены. Графический процессор у этих карт имеет 2048 потоковых процессоров против 2304 у привычных RX 580. И частоты памяти тоже чуть меньше. В общем, по факту это что-то среднее между RX 570 и полноценной 580. Да, кстати, у этой фирмы есть полноценный RX 580, но уже дороже. Еще замечу, что китайцы, как всегда, накручивают цены перед 11-11 днем холостяка, по-другому днем распродаж, чтобы потом сбросить и типа держите скидку. Так что, покупая там, нужно чуть подождать. Ссылки на карточки, да и все остальное я добавлю в описание, цены мониторьте там. Дальше, чтобы уже совсем по-взрослому, я решил взять проц тут же на Али за $55. Ryzen 5 1400, 4 ядра, 8 потоков с базовой частотой 3.2. При этом все это дело гонится при желании. Я знаю, что RX 580 и данный проц хорошо должны сочетаться. Одной из причин выбора данного камня стало то, что Ryzen 1600 на Али подорожал, видимо, из-за сильного спроса. Потому выбор очевиден. Я взял БУ камень и зря, потому что у этого уже проверенного мною продавца, у которого я ранее брал тот же Ryzen 1600, появились новые Ryzen 1400 на пару баксов дороже, да еще и с кулером. Выбор, конечно, очевиден, я бы взял сейчас его. Ну и чтобы закончить, надеюсь, мой удачный опыт, заказал от той же фирмы MaxSun SSD M2 накопитель. Подкупила цена у нас дороже, и притом он быстрый, не SATA 3, а PCI Gen 3X. 120 гиг чисто под винду, чтобы все летало. Фух, все, с AliExpress закончили, все остальное у нас. Мать, беру на чипсете B350, чтобы чуток подразогнать проц и память, и получить больше FPS. Но я уже говорил, что брать будем не самое дно, потому беру вот эту красавицу. Во-первых, есть даже радиатор на цепях питания, во-вторых, здесь 4 слота под ОЗУ, потому в будущем можно будет расширить. Классно, вообще. Комплектация минимальная, даже рудимент в виде диска прилагается. За столь скромную цену это должен быть нормальный вариант, есть все, что нам нужно. Вот жаль только, что лишь один корпусный кулер можно подцепить, зато под ненужную мне RGB ленту колодки есть, лучше бы наоборот. Ну и походу начинаем сборочку. Берем наш проц с AliExpress и сверяем треугольники, тут ошибиться нереально. Ставим, закрываем, готово. Далее беру заезженную память Fury HyperX, которая лежала и ждала своей сборочки. Брал ее дороже, сейчас же она в цене упала конкретно. Базовые 2400 МГц при таймингах 15. Я же гнал такие планки до 3000 и даже 3200 без проблем. Так что нормальная себе память, или как вариант смотреть на баллистик от Crucial. Ставим через один слот для двух канала, и думаю, теперь вы понимаете, для чего нужно что-то подстелить под плату. Так как наш проц без кулера, я присмотрел ну очень дешевый кулер от ArtWolf Performa 3X. $11 и хорош. Тут и для Intel есть крепление, и к нашей плате, в общем, не проблема подцепить. TDP 105 Вт и для нашего проца, по идее, просто с головой. Это будет пушка, отвечаю. Я даже больше скажу, такого хватило бы и на Ryzen 1600 даже в разгоне. И для 3600 тоже с головой. А вы слушайте дальше людей, которые на холодные камни и без разгона пихают дорогой охлад. Think about this, man. Две медные трубки, небольшой кулерок 90 мм, хороший прижим к процу и довольно красивый, особенно
установлена форма радиатора. Термопаста с ним идет в комплекте, но я лучше буду использовать свою. В общем, вот так все это дело смотрится. Установка поистине очень простая с этими зацепами. Easy. Корпус. По идее, он в нашем случае это железяка на сдачу. На производительность не влияет, но если у вас дома уже не висят ковры на стенах, то хотелось бы что-то, чтобы хоть как-то выглядело. Можно было взять самый дешевый с тонким металлом и верхним БП, но я беру вот такой корпус. Он уже на что-то хоть похож. Плюс у него боковая стенка, как ни удивительно, самое настоящее стекло. Красивая симметричная морда в ромбик, плюс прямой забор воздуха. Как недостаток, нет пыльников на этой самой морде, так что мамины колготки в помощь. Ну или жены, подруги, кто у вас там есть. Еще немаловажный фактор для меня – все управление и входы под флешку сверху. Это удобно. Плюс три кулера, один из которых на выдув, и я переставлю его также на вдув. Далее вы узнаете почему. Итак, пора же нам установить все это дело в корпус. Места предостаточно, корпус ATX просторный. Еще странно, что у него нет отверстия в корпусе под питание процессора. Придется прокладывать тут, а не за стенкой. Так, сразу блок. Deepcool DN550. За свою цену это, думаю, оптимальный выбор, чуть более $40 всего лишь. Есть защита 80+, не менее чем 500 честных ватт и аж 5 лет гарантии, пишут. Из бюджетных трудно подобрать идеальный вариант, но что поделаешь. А блок должен быть нормальным, коим он и является. Из того, что не нравится, это яркие разноцветные провода, ассоциация с прошлым, скажем так. А, стоп, давайте уже все сначала на мать прикрутим. Что? Эту маленькую штуковину. И мать располагает таким разъемом. Прикрутил и ладно. А вот теперь блок. Все аккуратно укладываем и больше проводов за боковую стенку стараемся. Накопитель на терабайт берем от VD, чего нам хватит под игры и остальное. Еще одна странность корпуса – диск устанавливается на днище. И сразу берем нашу видяшку. Нужно выломать планочки, хоть одной почему-то уже не было. И тут они умудрились сэкономить. Видяха на месте, запитываем 6-пиновым коннектором и готово. И вот почему я убрал кулер на выдув наперед. Все было без подсветки, а я взял свой кулерок, чтобы украсить все это дело хоть каким-то светом. Вот теперь одеваем морду на место. Если вы дрыщ, то качайтесь перед тем, как снимать и одевать. Вот так вот. Это непросто. Вот как все это дело теперь выглядит. Все мне нравится, кроме выделяющихся проводов. А так все довольно симпатично и просторно. Для красоты важно, чтобы чем меньше кабелей было наружу. Это максимум, что можно было спрятать. ПК на месте, я подключил в USB светодиодную ленту, она светится, а значит есть подача питания. Включаю, все заработало. Вот наш BIOS. Сразу же иду в настройки и разгоняю проц до 3.8, а память до 3000. Накатив винду, сразу проверяю в Cinebench R15 и получаю 817 баллов. Это уровень Ryzen 5 2400G второго поколения, который у меня был. R20 выдает 1827 баллов, тоже неплохо за эти деньги. И как я не грузил проц, температура не поднималась выше 65 градусов. В общем, выглядит на столе все это дело довольно симпатично. SSD M2 показывает, что он работает с зеленым индикатором. Впервые такое вижу. ПК с виду не дешевый. Вот только эти три кулера на вдув самые шумные в системе. Конечно, они напрямую подключены к блоку и маслают на полную. В общем, можно отключить две штуки нахрен, и будет тишина и нормальные температуры. Корпус просторный и дышит отлично. Видяха работает тихо, всегда крутится на минимальных оборотах. Процессорный кулер тоже тихий. Что же, посмотрим, что там в играх. Начнем из чего-то серьезного. Метро Исход. Это действительно непростая игрушка. Вот сложное место для FPS недалеко от начала игры. И сейчас это ультра настройки. 42-43 кадра. Нет, этого мало. Ставлю на высокие, и тут у нас от 45 до 55 кадров. Теперь поставим среднее и получаем заветные 60+ кадров. Понятно, что это такое место, в подземелье или других местах можно получать и больше. Так что средне-высокие вполне себе играбельно, что меня уже радует. При этом фризов, статеров нет, все плавно. Карта грелась максимум до 75 градусов при небольших оборотах. Видимо, так настроено держать 75-80 градусов при небольшом шуме. Проц вообще греется не выше 55 градусов.
Хорошо, теперь я запущу Assassin's Creed Origins, чтобы посмотреть, насколько будет упираться все это дело в проц, так как эта игра активно использует его. И действительно, нагрузка на карточку постоянно скачет, при том, что проц тоже не на 100% задействуется, максимум до 80%. Да, вопрос оптимизации, но нам-то от того не легче, и в итоге у нас 46 кадров в среднем на высоких настройках. Так что, в принципе, поиграть можно. Дальше у нас Battlefield 5. Я выставляю высокие настройки и пробую играть. Тут уже оптимизация хорошая, карточка грузится ближе к 100%, FPS вполне себе комфортный, температуры тоже хорошие. И опять-таки на средне-высоких играть будет очень-очень приятно. Rise of the Tomb Raider. Бенчмарк проходит без резких скачков линии фреймтайм, фреймрейт и также показывает играбельный FPS. В игре можно рассчитывать на играбельное значение FPS при высоких настройках графики. Карточка грузится под 100%, упора в процессор нет. Потом я включил Rage 2. Игра 2019 года, свежая, но не требовательная к железу. Я выставил настройки на ультра, но почему-то мониторинг MSI Afterburner не работает с ней. Судя по геймплею, никаких просадок и тормозов нет. Значит, все работает отлично, играть очень комфортно. Чуть не насмерть? Не дождутся. Будет трудно вести счет. У меня плохо с цифрами. Виды в огонь! Живо! Уже иду. Вели со мной. Теперь я хочу включить то, что заставит ПК попыхтеть. Это Assassin's Creed Odyssey 2019 года. Высокий пресет графики и тест самой игрушки выдает лишь 34 кадра в среднем. А это хоть и играбельно, но не очень так и комфортно. Средний пресет графики выдал уже 38 кадров, что тоже не ахти. Но в самой игре у нас что-то около 45-50 кадров, местами и больше, потому играть в нее тоже получится, хоть и без 60 кадров. Так, ребята, думаю, картина ясна. Играть при желании можно во все, на средних, местами высоких, на самый крайний случай низких. Судя по тому, что тяжелые игры играются нормально, более легкие типа CSGO и тому подобное, там типа танки и так далее, будут играться налегке. Что понравилось? Температуры железа вполне хорошие. Система грузится очень быстро и отклик тоже мгновенный. Это заслуга SSD. На очень недорогой мамке мы разогнали проц и память. Все работает отлично. Что не понравилось? Корпус, конечно, довольно красивый, но передние кулеры молотят шумновато. Плюс вышеописанные нюансы с отверстием под питание проца и отсутствие одной заглушки под видяшку. Еще желтые кабели чуть не в тему. Только альтернатив блоку за эту цену раз-два и обчелся. А так, в принципе, за что боролись, как говорят, на то и напоролись. Доступный, подходящий для игр и всего остального. А еще апгрейдопригодный. Сюда можно установить другой прот со временем, тот же Ryzen 5 3600 или другую видяшку, или и то, и будет отличное игровое решение. И есть также идея собрать ПК для игр за $300, хоть это и сложно. Если тема интересна, ставьте лайк и подписывайтесь. Только наберется 10 тысяч лайков, приступаю. Всем удачи, до новых видео, а пока, всем пока, друзья.